Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор теплицы своими руками, которые построили из подручных средств бюджетного варианта. Смотрите, вот такая вот получилась. Делаем уже не первый год. Отрабатывает все лето. Здесь металлический каркас сваренный, грубо говоря, тоже из подручных средств. Уже теплица тепло, собрали только вчера. Солнышко будет, вообще хорошо все прогреется. Смотрите, вот так получается. Целлофтоски. Целлофан. И вот здесь старые оконные рамы. Тут мешковина от на боковушках. Мешковина от удобрений. Эта сторона тоже так сделана. Смотрите, а одна сторона сделана из старых оконных рам. Деревянных. То есть я считаю, это достаточно хороший бюджетный вариант. То есть сейчас один лист 6-метровый поликарбоната стоит 6 тысяч. На эту теплицу надо более 15 тысяч. Считаем, это не оправдывает такие затраты. Конечно, не на один год, но все же довольно бюджетно. Хорошо отработала теплица прошлый год полностью. Все лето до осени. Ничего, посмотрите, не разлетелось. Целлофан досочками скреплен. Тут мы еще окна помоем, доделаем, добавим земли. Сверху все тоже укрепленное, хорошо. Очень будет бюджетно, качественно, недорого. Скоро будем уже на следующей неделе совершать различные посадки. Здесь у нас веревочки уже с прошлого года. Огурчики очень хорошо растут в тепле. Зола немного. То есть, ну, считаем, что на данный момент это очень хороший вариант. Бюджетный. Железо, доски, целлофан и мешковина. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы.